Слушай, ты пьянка-гулянка закончилась, уже следующее утро. И сейчас время 8:27 утра. Я только что бабушку забрал с аэропорта, привез ее домой сейчас. Я ее обратно тике, мне написала смс-ку. Она говорит, что она проснулась, и она хочет пончик и горячий шоколад. И я не знаю, насколько это реально в Сургуте такое найти. Ну, горячий шоколад, думаю, да, пончик, я вот не знаю. В Сургуте так смешно ездить, потому что стоп-знаки я вообще забыл. Я останавливаюсь в светофоре или на перекрестке, и я думаю, блин, а где стоп-знак? И он вообще за мной где-то на красный, что-то так, прям охота направо поворачивать. Я прям, ко мне надо на каждом светофоре себе напоминать, реально. Поэтому это интересный опыт. А так что, гололед. Я вчера первый раз сел за руль. Первый поворот меня так занесло сразу вообще. Поэтому надо ехать медленно и спокойно. Вот. А так все круто. It's snowing. I want... Can that be me? I forget they really do that to kids. Huh? I need this to be me. Can you do this to me, please? I don't know if we even have one of those. Can we get one of these so you can just pull me in the snow? Merry Christmas! Happy New Year! С Новым годом! Я хочу кушать. Where are we going? McDonald's. Stop. How do you say it? Stop. Wait, seriously? Stop. You just have to make sure the beat's there. Stop. Stop. It's kind of giving me like a little bit of a New York vibe with the apartment buildings. Yeah. Забавный факт, я ни разу в жизни не ел в американском Макдональдсе. Я всегда только в России. И то я так по картошке чисто прикалываюсь. Остальное мне как-то не очень нравится. Но посмотрим, что там есть сегодня в Сургуте у нас в Макдональдсе. This is so cool, and I love that you can pick the language. Yeah. I wonder if all McDonald's have this, because I don't think I've ever seen this. I don't think the US ones have that. America. We're so behind. What is happening? America, get your shit together. Missing home, I see. I don't even eat this at home. You're right. Neither do I. We're here. We're on vacation. Yeah. My God. Sound familiar? Yes. Да, если вы не знали, видите на лого, где BR 31 розовым, потому что раньше назывался этот ресторан, ну не ресторан, раньше Баскин Робинс назывался 31 вкус, 31 flavors. Вот, чисто для вашего... Is cinnamon in Russian? Yeah. Yeah. I look like a crazy person taking pictures of like fast food places. Oh, wow. It's a monument to people who built this city. This is cool. Ух ты, ух ты. Ох, какой красивый. Офигенно. Все. Гангста бабуля. Вам понравились кадры Тикея в подъезде? Вот вам еще. Ведем Тикея на старый Сургут. Посмотрим, как ей понравится. Она так что заплатила и сказала... What did you say just now? 3. Yeah. Спасибо. Yeah. Здравствуйте. This is the definition of a winter wonderland. It is. Bolshoi Theater. The most famous theater, most famous in, theater Russia. In Russia. Wow. Good. My boy. This is so cool. You can't touch it, obviously. No. I know you want to, but no. So bad! Тикея никогда в жизни не видела такой фигни. Кто в здравом уме в Америке будет делать скульптуры изо льда? Даже в холодных штатах, мне кажется. Ну хотя, может, делают на Аляске. Хотя я не знаю. На Аляске, по-моему, только медведи гоняют и все. Я не знаю. Не знаю. So can we get one and can you do that to me? I don't know if we can get one. I think they own it. Am I too big? Yeah, that too. Why? Wow, I caught that too. Okay. See, okay, now, like, what happens when it starts to crack like that?
I actually don't know. Они когда-нибудь просто берут и разваливаются так? Ну, я покажу вам видео. Да? Как они разваливаются. Серьезно? Как разваливаются. А, ты хочешь сейчас прям пнуть ее? It'd be cool if the strings were ice too. Yeah. Just saying. Well, I don't think that's possible though. Just pour some water, let it freeze. Sure. It's not cold enough. It looks so pretty here. Yeah. Love it. I love it too. It's really nice. It's just cold. Итак, мы приехали в City Mall опять. Хотя я обещал, что мы больше сюда не вернемся, но Артем сейчас нам покажет магазин русской дизайнерской одежды, и мы себе что-нибудь хватанем на память. Потому что у TK ни одного нет еще дизайнерского русского шмота. В этом выпуске американка смотрит русские монеты. This is one. Ага. But like, what is this? What is what? Like, I don't know. In dollars? Yeah, or coins. Nothing. It's not dollars, it's not anything in cents. In cents, yeah? Yeah, what would it be? I don't know. That's way too little for me to be able to count. One US dollar is 68 Russian rubles. You have only 8. So what can I buy with 8 rubles here? Not even gum. I don't know. У TK мечта всей жизни — это зажечь ее собственный фейерверк. И сейчас она это будет делать. Go, go, don't look back. You did it! It's yours! Последний был вообще просто гениальный. People don't really clean off the back window on their cars. We've got one here. These two did. I feel like the middle part of your window is what you need clean. Yeah, you did the opposite. Interesting. Interesting choice.